Сегодня 14 июля 2019 года. Воскресное собрание после богослужения Крестовосточной общины. Тетя Маша, забыла совсем, у нас не стоят в проходе. Сядь куда-нибудь и разговаривай. Давай, побыстрее немножко. Посадите ее там рядышком где-нибудь. Она в доме привыкла. Сегодня у нас какое? 14-е. Брат, иди собрание выйти. Так, Людмила Степановна. Где? Здравствуйте. Иди сюда. Читать будешь, иди сюда. Да? Вместо Виктора Андреевича будет, да. Вести собрание. Давай, иди. Ну вот, да, не пропадет ваш скорбный труд. Ничего, есть кому-то. Сегодня утром рано. Тихо. Только зашел я в алтарь, вдруг звонок, телефон звонит. Звонит и на тихонечко. У нас чудо совершилось. Да слава тебе, Господи. Чудо, это вообще. Вот такое чудо. Пошли они вчера рыбачить. Ну, вот. Я говорю, возьмите 3 ведра, а Сергей говорит, да куда 3-то там в прошлый раз ходили, совсем ничего не поймали там. Маленько было. Да, там полгода не было. Ну, зашли они и выдернули, говорит, примерно больше центнера. Рыб. Ну, там гальяны. Там, карасики, гальянчики. Ну, на втором мосту, там в этом, в отростке в этом. Ложки вытянули, говорит. Ведер, говорит, это что-то 9 или 10 ведер. Мы, говорит, до полночи, говорит, всю ночь это перебирали, пока все мучились, чтобы надо теперь им посолить, они ее сушат в русской печи. Ох, вкусная вещь. Да. Вот. Ну, разное. Вот такое, говорит, чудо. Даже сеть, говорит, у нас прорывалась. Жаль, только ложки не поняли. Говорит, обязательно объяви, говорит, чтобы узнали все о нашем мире. Вот такое. У нас разные потеряйки чудеса. У меня племянник служил под Хабаровском. И перед Пасхой, я на 2-й седмице, у них показывали там кино. И было такое там по каналу КНТВ, было православные чудеса. Ну и показывали, где, когда, какие чудеса там были. Там, в это. И вдруг, говорит, смотрю, говорит, наш Потеряевский храм, и гнездо ласточки как летает там. Над алтарем. Да, над алтарем. Это тоже включили в православные чудеса. И я говорю, сроду не знал, что чудотворцев хочет. И долго показывает. Нет, ну это примерно, понимаете, как это бывает, что голубя можно бы приучить, чтобы голубь там гнездо свил, это можно. Но ласточку ты ее ж не приучишь никак. И вот они уже в течение 10 лет у нас примерно, наверное. Вот. Вначале свили прямо посередине над алтарем. Никуда ни сантиметра. Второе гнездо было так, не было.
Но было открыто это. Мы пошли на крещение, как всегда вот ходили. С крещением приходим, а они уже лепят над иконы крещения Господнего. Прямо над иконой крещения Господня. Интересно. Пока мы ходили, ну сколько мы там, час-полтора, да дней полтора-то не было, наверное. Они уже там это грязью, все, как они там лепят, все уже это, ну оставили. Они его слепили, вывели. Там. Третье гнездо возле печки там свили, тоже были птенцы. Но в этом году только над алтарем одно было. Вот они, значит. Пять штук. Много такого, вот такой ряд. Они вокруг гнезда сидят, как оживление. Она прилетает, когда они все раздевают, она им сунет там что-то, что она наловит, вот там, комаров, там, мошек каких-то. Я думаю, а все-таки вот, как мне все это интересно, как она может, они же все, кто-то может один больше получить, а другой нет. Они как-то ведь знают, кому давала, кому не давала. Может 10 раз одному дать, а другому ни разу. Нет, все вылетели. Потом они. Через неделю, это когда они стали летать уже по храму, вначале они, а теперь вылетели уже на волю. Ну, все на волю вылетели. Васька, я думаю, это по энергичности просьбы. Одни так, вяло, а другой, который голодный, кричит сильно. Все вместе вылетели, во-первых, все вместе. Значит, у них силы были у всех развития одинаковые. Все вместе вылетели, никто не остался. Молодцы. Да. Вот такое, такие чудеса, значит. Так, ко мне какие вопросы? Следующий раз мы доходим. Я сказал, через воскресенье, 28, 27-28. Какие вопросы еще ко мне? Никаких нет. Ну как нет, о крещении больше сказать. О крещении, ну о крещении что? О крещении, думаю, расскажут больше, лучше те, которые были участниками. Крещение. А вы, конечно, не участник крещения. Ну, я чего? Я в воде был, что? Ну, я только могу сказать, как. Вода теплая была. Нет, ну вы скажите нашим братьях-то новоиспеченных, новокрещенных. Вы-то больше всех их знаете. Откуда я знаю? Ничего себе, они у вас были на покаянии. Ну и кто-то. Я тебе что должен рассказывать, что они в чем каялись? Нет, не в этом дело. Ну вы же как психологический портрет какой-нибудь. Все, ну, братья верующие, все истинные там приходили, вот, уверенные в том, да, что есть. Я спрашивал, вам нужно это или нет. Вот. Все говорят, да, нужно. Все, никто это. Кому-то, кто мне советовал сказать, я всех покрестил, потому что люди желали этого. Мы никого не принуждали. У нас было такое крещение, то по 3 года не крестили. Была и больше даже. Рабоможная. Приходит уже все, к крещению только. Опять что-то случилось, опять не дошло. Вот так вот было несколько раз. Были такие, которые были. Ну а как было, что вода была теплая, скажу. Ну. А с утра гроза, ветер, дождь пошел. Не сильный, но дождик. А я уже был в алтаре, думаю, что ж такое-то, Господи, как же так-то? Никогда же не было этого. Ну почему так-то люди приехали? Маловерный, все, усомнился. В очередной раз усомнился. Сам же литургии служил, сам в окно смотрю. Смотрю в окно. Уже кончается литургия, смотрю, есть у тебя, думаю, Господи, прости меня, это, наверное, развеется. Точно, когда выходить на крестный ход, солнышко, ни одной тучки нет, все, красота. И так пошли, покрестили, и никого нет. И это было вот, в течение 30 лет. Еще пока я 28 как и деревня, а до этого еще был. Видите, ни разу не было. Было так, что только покрестили, мы пришли, и дождь как ливанул, да, с таким. Было такое. Перед самым этим идти уже, вот идти, дождь льет. И вдруг прекращается, тишина, идем. Ну, это, скажем так, совпадение такое бывает. В 96-м году, когда крестился я, 7 июля, точно так же было. Полная пасмурность, полная. Да. Только в воду заходить, батюшка, начинает идти, и солнце его так прям. И только вот пятачок над нами, да, вот светил. Вот так вот было. Но в этом году чуть-чуть получше, ну тоже. Спросите типа крещаемых. У нас сегодня здесь 2 крещаемых. Вот Алена здесь. Елена. Елена издалека. Ливана. Я вчера и сегодня ходил ладаном, ливанским ладаном, которая привезла Елена. У меня как-то было, ладан кончился, и мне, ну это давненько было, уже лет, наверное, 15, и мне Марина, Куемчуди, это, плотник, это, прислала
Ладно. Ага, не может. Я говорю, ну все, я буду, наверное, служить до тех пор, пока у меня лада не кончится. Когда я получил от Елены, думаю, это мне это что? Это до 90 лет и больше хватит. Сумею ли я тогда ходить уже? Я сейчас только ну, столько ладана придал, ладана разные. Помощника, батюшка, помощника. 5 сортов. На выбор. 5 сортов. Разные. Аромат разный у каждого. Хорошие. Я испробовал все уже. Потеряюсь еще раз. Хорошие. Благовонные. Вот так что. Всегда. Как буду ходить, так. Спасибо Господи, рабу Божию Елену. Вот. Такой подарок просто это удивительный. А он, если взять на деньги, очень дорогой. Это такой чистый. Там есть лан, который чистая смола цитрусовых деревьев. Чистая смола. Это самый такой считается, самый дорогой. Как у нас грецкий орех, наверное. Это смолу. Попробуй, да собирай там дерево сколько-то. Но он собирает как-то. И она очень. Одно момент как-то было, но я собирал от ели, от сосны смолу. Но это совсем не то. Это запах совсем другой. От того аромата нет. Там от сосны едкий такой, ядреный такой. Да, сибирский. Но он же легкий, да, бочка, он же легкий, так вестикает. Весит там. Да нет, не легкий, не легкий. Там это всего-то было, там, я не знаю, килограмма 23, наверное, есть. Ничего. Килограмма 3, наверное, есть. А? 3 килограмма. 3 килограмма? Я говорю, где-то килограмма 3. Да. Я не вешал, но я так прикинул, я думаю. Сколько ж ты бедная собирала? 3 килограмма. Ну как? Вот так вот. Ну ладно, все, благослови. Я поехал в больницу проведать Алексея Семеновича. Он в тяжелом состоянии опять был. Надо же. Опять его. Сосуды? Сердце. У него, сердце, значит, да, делается сердце. Так, что у него когда-то делали 10 лет назад в Новосибирске. Ему делали, полностью разрезали грудь там, и три каких-то шунта там, или как называют, трубочки вставляли вот ему. И одна из этих трубочек отторгнулась, стала, ему не работает. Сделать операцию здесь в Барнауле не берутся делать, говорит. Что некуда вроде присоединять, как-то там это тяжело. Пообещали вроде в Томск собирался. Но у него какая-то там болезнь, что-то желудок или что-то состоялся, пока кто не залечит, не заглушит ту болезнь, делать нельзя операцию. Ну вот так. Он опять кардиологии, да? В краевой больнице. Прям со всех сторон. Так, ну все. Мне еще что-нибудь хотите сказать, нет? Поклон всем. Поклон. Батюшка, благодарим вас за все. На, я тебе даю. Благодарим за ваши эти, за зелень, батюшка, благодарим. С просфорнями у нас, видите, было, просфорни у нас болело, просфорни, когда мелкие. Я уже сейчас прошу там наши, только для службы, служебные большие, все. Потому что и тяжело там, и все там. Вот. Поэтому так, сейчас вот вызовем нас просфорни. Будет нам полезно. Мне задали вопрос, а батюшка, а что вы себе замену? Мне даже упор, а батюшка никого не хотит пускать вроде сюда. Да. У меня было два диакона, но ни один диакон не состоялся. Прижился. Да. Три человека устроил в семинарии учиться. Сейчас так, что без семинарии не рукополагают. Но ни один тоже не получился. Все побросали. И Виктор уехал. Игорь уехал. Игорь тоже что-то за это. Еще один был, тот совсем сразу испугался. Нет, нет, я, говорит, нет. Да. И все. Ну, кого? Нету пока никого. Одно только. Молитесь, чтобы Господь еще немножко это, бодрости внести. Да, да. Вот и все. Молитесь об этом. Господь хочу слышать, чтобы Господь как-то устроил, чтобы послал. Кого? Ну, кого? Нет, я думал, диакон, хоть из двух один получит, но ни один нет. Все один, одна причина, другой нету. Ни одного диакона нету. Вот так. От часов на рукополагало толка. Ну что, вот он чтец он. Куда он годный? Я на костыле еще около вот, могу. Вот и все. Виктор Андреевич, говорит, я пенсионер. Я вчера именно. Севастьян, там другая причина. Кто там? Чтецы нету. Ну и все. Опять никого нету. Какой он еле ходит. Да. Ладно, все, благословляйте. А пчелы как? Пчелы как? Пчелы как? Что-то полутать. Наши пчелы, мои пчелы все здоровы, потому что у меня есть. Полутать, кому правит, гибнут. Гибнут, да. Гибнут. Алло. Алло, алло.
ну вот видишь, а ты говорила, как, да как я попаду, попал. Имейте в виду, чтобы на камеру я уже знаю, мы же разговор вели, ничего не сказали мне. Я с Москвой разговаривал. На начальника участка? Ну, я думал, думал, не знаю, я вообще не думал об этом. Мария Яковлевна, помните все, Мария Яковлевна, понедельник, завтра ложится в больницу. Ну, хорошо, ей будут делать так операцию на глаза. И за Мирона еще молитесь, потому что у него режутся зубы и поднимается высокая температура. Больницу, ну там долго не делали. Здесь вот на Балтайском крае. Лишь бы хорошо делали, помолитесь. Все благополучно. За Сашу еще с чадами помолитесь, они будут возвращаться. Это тоже Балтайском крае, год на Балтайском крае. Решилась, потому что я всех вас вижу, но все вы в тумане. Я не вижу. И плохо вижу дорогу. Очки не, очки нет, нет, не помогают. Костя, там сумочку, дай ко мне одну сумочку, освободи вот. Хоть сейчас, да, да, вообще не нужно кучать. Замут на работу. Так, ну ладно, все, давайте. Читаем. Слово Божие во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Кто? Виктор Андреевич, скажите, вы уезжаете тоже? Да, да. Скажите что-нибудь. Ну, что-нибудь скажите о крещении немножко. Сестры, подождите, все. Ну, вы от себя скажите. Ну, что, мне удивительно было видеть братьев, количество братьев. Если не больше, то одинаковое с количеством сестер. Вот когда зашел трапезную, где сидели братья и сестры. Две лавки и одинаковое количество. С этой стороны братья, с этой стороны сестры сидят. Радостно было видеть такое количество. И было поровну. 5-5. Крещаемых. 6-5. 6-5. Да. В пользу братьев. Ну да, 6-5 даже. Даже маленькая одна была девчушка. Да, да. Тоже сестрой вот. Можно назвать. Ну и церковно-приходской совет был таким напряженным. Напряженным. Мы заседали очень долго. Вспомнить можно было только Маяковского. Про заседавшиеся у него есть такая поэма. О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний. Вот есть кандидат один, все рвется в алтарь, но я не знаю, как пока еще. Мирон. Мирон, да, рвется. Мирон, да, рвется. Рвет даже, что не пустили. Ну, само крещение прошло благодатно. Правда, мне было несколько печально, что тот пирс, который был, он лучше был, мне кажется. Он такой вот. Пройти надо было, пройти туда дальше. Да, так, а тут сразу. Коротко, тут сразу у берега. Зато глубоко. Там тоже глубоко было. Ну, там далеко, а тут да. Близко, но глубоко. Да. Вот. Ну, а так, в целом была поездка. А братья для меня откуда были? А? Братья приезжали? Откуда были? Да, ну, братья были. Мы были, три человека были, семья целая из Казани, отец, сын и сноха. Потом была из Ливии, Ливия, знаете страну? Ливия, это в Сирии. То есть Ливан. Вот она. Вот она, Лена. Надо же так, да? Самая дальняя. Так что она вам все расскажет. Как она там? Да, 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 конечно. Трое были, опять же, семья из Барнаула и... Вот Лена. Да, вот Лена. И еще из Германии. Наташа. Усатая. Фамилия такая. Да, из Кемеровской области был Георгий. И из Москвы Дмитрий. Из Москвы Дмитрий. Так что вот... Я расскажу. Я поподробнее про них расскажу. Все расскажешь подробнее. Я побольше. Для меня было очень приятно побывать на этом событии. Давно не было, так что побывал вообще на могиле мамы, так что слава. Спаси Христос, что вы были. Спасибо. С Богом. Так, братья и сестры, прочитаем Слово Божие. Сестры, сейчас Слово Божие прочитаем. Мы же ради этого тут вообще собрались-то. И потом начнем. Ну, смотрите, потому что Слово Божие, оно... Живое действие. Да. 10 глава. Это, сестры, скажите нам, что вы говорите? Я вот прям. Говорите. Вставайте. Чтобы вера ее утвердилась. Болеет человек. Вот, понимаете? А, если кто-то слушает слово, она
Все, вот как раз мы здесь. Мы все вместе сейчас утвердимся в вере. И сейчас мы о болящих будем говорить после того, как мы сейчас прочитаем, утвердимся в Слове Божьем, а потом начнем это конкретно, персонально каждого утверждать, нанести немощи друг друга. Матфея 10 глава 1 стих. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Толкование. Блаженный Феофилак. «Избираются 12 учеников по числу 12 колен Израилевых, ибо к ним Господь послал их прежде, хотя и мало их было, так как и вообще мало таких, которые идут тесным путем. Дал он им силу чудотворений, дабы, удивляясь чудесами, они приобретали внимательных своему учению слушателей». Вот, батюшка, говорю про чудеса. Вот рыба здесь. Но рыбу никто не видел. А ласточек вот это многие люди увидели. Смотрят на ласточек, там услышали Потеряевка. И уже, может, кто забьет, и выйдут на Потеряевку на нашу, посмотрят. Посмотрят, что это никакое не такое чудо, а совсем другое чудо. Вот чудо было на крещении, когда люди с разных стран весь собрались, и все единодушно, единомысленные. Не было ни одного бузатера, никого не было. Даже те, которые я думал, что бузить будут, оказывается, мирно все очень даже. Прекрасно было. Дальше. 10 глава, 2, 4 стихи. 12 же апостолов, имена, суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его. Иаков Зеведеев, Иоанн, брат его. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь. Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем. Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Толкование. Евангелист исчисляет имена апостолов ради лжеапостолов. Наперед поставляет он Петра и Андрея, так как они и призваны прежде других. Потом из сыновей Зеведеевых Иакова поставляет прежде Иоанна, потому что он исчисляет апостолов не по достоинству их, но просто как пришлось. Заметь смирение Матфеева, себя поставил он после Фомы, а когда дошел до Иуды, не сказал «этот злодей, этот враг Божий», но назвал его Искариотом по его отечеству, ибо был и другой Иуда, называемый Левием и Фаддеем. Таким образом были как два Якова, один Зеведей, другой Алфеев, так и два Иуда, Иуда Фаддей и Иуда Предатель. Симон же был втрое, именно Петр Симон, Симон Канонит и Предатель, тоже его звали Симон. Ибо Иуда Искариотский назывался и Симоном. Вот. Хотя на самом деле первые были, кто были первые апостолы? Самые первые, кто Христа был? И... Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей и Филипп. Великолепно. И кто? Вот, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И они подошли. Благодарю вас за знание Священного Писания. Иоанн. И они подошли к нему, он сказал: «Чего хотите от меня?» Они говорят: «Рави, где живешь?» И он говорит: «Идите за мной и увидите». И они пошли, и это, говорит, было 10-й час. 10-й час показали, 10-й. Почему сказано о времени? И хорошо, что сказано о времени, да? С раннего утра все делали. И уже в 10-м часу узнали о Христе. А спали бы еще до 10-го часа воскресенья, а и до 11-го, и прошли бы мимо. А они уже смотрят, пророк разговаривает, там что-то говорит интересное. С раннего утра уже туда. А Иоанн Креститель, он не будет же с водой разговаривать. Сидит, видать, рядом там, где-то в кустах прикорнул, смотрит, люди собираются уже чуть на заре. Начинает рассказывать им о Христе, показывает на воду. Он не просто вода это для вас, это покаяние будущее для вас. Зайдите туда, зайдите. Я буду свидетелем, что вы покаялись и стали другими. И люди шли, ну кроме некоторых там, он потом сказал, по рождению Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Они потихонечку это зайдут, потихоньку, подальше от него. Мы сами с усами, мы все знаем. Оказывается, ничего никто не знает. Начинает говорить, как только начинает говорить, да мы знаем, все, считай, что
одна пустота в голове. И 5-7 стихи 10 главы Евангелия от Матфея. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не ходите, не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Толкование. Посылает их прежде к иудеям, дабы иудеи не имели повода говорить. Мы иудеи не уверовали, потому что они посланы, то есть эти апостолы к язычникам были. Так Господь делает иудеев безответными. Самарян ставит рядом с язычниками, так как они только жили в Иудее, а были вавилоняне и не принимали пророков, а только 5 книг Моисеевых, то есть книгу Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Под Царством Небесным разумей будущее блаженство. Господь вооружает апостолов чудесами и говорит, 8 стих, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Ничто так неприлично учителю, как смирение и нестяжание. Не превозносится тем, что имеет такие блага и раздает их, ибо вы получили их даром по благодати. Но со смиренным мудрым соединяйте также и нестяжание. А чтобы совершенно исторгнуть корень всех зол, говорит дальше 9-10, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди, поясы свои не суну и на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Толкование приготавливает их к самому строгому из жизни, посему запрещает им всякое попечение в излишестве, всякую заботу, не позволяет носить даже жезл. Это верх нестяжания и сильное побуждение верить учителю нестяжание. Будете питаться от учеников своих, говорит он. Они обязаны доставлять вам это, как делателям. Впрочем, достоин пищи, а не роскошного стола, ибо учителям не должно насыщаться, как тельцам упитанным, а есть столько, сколько нужно для поддержания жизни. Игнатий Тихонович Лапкин. Комментарий. Питаться от учеников своих. Феофилакт пишет, что учителя будут получать от учеников свои, за свои труды. Но сейчас, так как учители, то есть священники не учат, а ученики, то есть православные прихожане добровольно десятину и пожертвования не несут, то учителя, чтобы прокормиться, вынуждают продавать то, что получили даром благодать. И требуют деньги за таинство, требы молитвы. Прихожане вынуждены выкладывать эти деньги, часто немалые, потому что у священников в этом вопросе полная монополия. Впрочем, прихожанам такие торговые отношения нравятся, так как заплатив, ты больше ничем не обязан ни попу, ни церкви, ни Богу. Этот грех торговли благодатью называется симонией, и за ним следует отлучение от церкви. 23 правило 6 Вселенского собора, 100 главного собора, 44-45 правила. Ну вот, видите, сколько мы много нового узнали. Даром получили, даром давайте. Вот еще один из причин, одна из причин, чтобы нам не быть в Московской патриархии. Потому что, ну, только туда попадем, и если мы попадем, ну, как батюшка говорит, было бы неплохо, там священника бы дали. Какого дали бы священника, которому на десятину не нужна, а давайте за свечки деньги вот сюда собирать. Первое, что сделали бы, ну, детскую бы закрыли, там прорезали бы окошко и кассу сделали, там свечки были бы и все остальное прочее. Все, на этом все прекратилось, закончилось община. А вы чувствуете, какое нестяжание? Вот 10 человек были, вот сейчас на крещение, ну 11 с маленькой девочкой, и все простые люди практически. Ну кто-то работает, ну, побольше, кто-то поменьше, домохозяйки так, и так далее и тому подобное. Богатых опять нету. Почему нету богатых? Нестяжание, совершенно верно. То есть нам, простым людям, легче прийти ко Христу, потому что, ну, нету ничего. Там начинает, этот, в 98-м году было, как оно, кризис-то. Потом вот в 2008 году кризис. И кризис, там какой-то кризис. Я карманы так вот выверну. Посмотрю, карман большой. Сюда много может войти чего-нибудь, но ничего нету. Вот и весь кризис.
Нам чего этот кризис? Как нету, да-да. Наше государство нормально делает. Ну, Господь так просто делает, что не дает людям достойную заработную плату. А если бы давал достойную заработную плату Господь нам, то мы бы были такими же жирными и вялыми, как американцы. У них уже 70% нации жирные все. Показывают у них для бодрости всякие фильмы и так далее, стараются жирных убрать. Показывают таких красивых все. Вот как у нас красиво в Америке. У нас тут бассейны, там океаны у них. Все хорошо, а жира еще больше на людях. Почему? Потому что стяжательность, страшная стяжательность. И вот, чтобы стяжательность к нам не вошла, надо нам молиться, что, Господи, не дай нам стяжательности этой. Убери от нас это сребролюбие, корень всех зол. Но работаем, получаем за это. Есть что уделять нуждающимся. И слава тебе, Господи, не умерли еще. Вот Игнатий Тихонович показывает чудеса нестяжательности. Вот он тут говорит, что ученики должны питать учителя. Приезжают его ученики, будем говорить. Ну, на крещение кто приезжает? Все признают его учениками. Учениками. Признаешь же? Признаете, Игнатий Тихонович, своим учителем? Вот видите, любой признает. Да и мы тоже такие же. Но у него полные закрома. И как это добывается? Это надо рядом с ним жить. Вы знаете, как добывается. Вот приехали мы. Это... четверо. Енафа, Нестор, брат ее, и Тарасий, мой крестник. Ну, такой небольшой передвижной детский этот православный лагерь. Приехали туда. Игнатинович, давайте на рыбалку сразу. Надо рыбы. Скоро приедут братья. Надо кормить чем-то. Ну, я там, правда, селедки еще привез. Но селедки это не тоже, правильно? Селедка, она где-то там выловлена в Петропавловске-Камчатском. А надо свое. Поехали на рыбалку. И первый день, в общем, два карасика поймали. Мы с Нестором по карасю. Карась прям вытаскивает здорово сюда. И чуть-чуть гальянов. Оказывается, в чем... А, ну, сейчас доскажу. Ну и все. Игнатий Ильич показал все пруды. Поехали на другой пруд. Два гальянчика маленьких поймали, все. Как будто вообще рыбы нету. И тут Игнатий Ильич приходит. Мы уже на пруду сидим на этом около... на крещальном. И два вот таких гальяна там, или три, больше нету. Он начал. Ну-ка, дай-ка удочку. Позакидывал удочку. Говорит, удочка-то хорошая. Я говорю, да... четырехметровая, трехметровая, такие удочки, снасти, червяки жирные, никто не клюет. Он говорит, быть этого не может, чтобы не клюет. Сам прошел, не клюет. А почему? Я вижу, он начал думать. Начал молиться. Ага, молится. Я думаю, что-то будет. Но я уже знаю, Игнатий Игнатьевич, я думаю, что-то будет. Помолился, и обед уже. И он прям, обедаем он, так, значит, Володя, бредень там возьмешь, так, ну там мешок возьмешь, все там, ведро, а у меня ведро в машине, я говорю, у меня есть ведро, ладно, все. Так, братья, сейчас я нарежу, там все готово, давайте загружаемся, поехали. Загрузили, бредень там такие, ветки длинные загрузили, все загрузились в машину, поехали. Приезжаем вот на эти шлюза называется, и там от рожки залило водой, а залило их вот так вот и до по коленку, все, больше нету. И они зашли с Сергеем далеко. Сначала на меня посмотрел такой. Я говорю, не пройдет это дело. Я там споткнусь на этой грязи. И будете меня в этом неводе вылавливать. Тогда ты будешь снимать. Короче, я это все снимаю. Они идут издалека. Сергей вот так войдет сначала. Дышит как через трубочку губами. И вот они вот бреднем. А братья по сторонам хлопают. Нестор, Старасия. От берега не хватает метров по 7, по 8. А они по центру идут. В общем, когда выволокли на берег, ну, долго это, наверное, с полчаса, может, больше прошли они. Вот так, и все хлопали. Эти как заведенные, хлоп-хлоп, молодцы прям. И когда выволокли на берег, оказалось, вот потом, два ведра 10-литровых полных карася. И жарко было. Но мы загрузили первые два ведра и увезли на Рыжковский пруд, выпустили карасей. Вот от таких вот до таких карасей. Ага. Я сказал 500, Игнатий Ильич, соврем, говорит, 400 скажем. А потом оказалось, когда начали считать на следующий раз, оказалось еще больше. Я говорю, я же говорил 500, даже больше. Я сказал, 500, да, наверное, больше даже. Ну, не может быть там, чтобы меньше. Ну, прям полное ведро забито, вот так вот, и воды даже нету. Несколько умерло, не дожили. Ну, жарко было, ну, хотя быстро делали все. Потом второй раз загребли, а и гальянов, два ведра 15-литровых полные. Это же мы знаем. Да. И Володя целый день, в общем, кочегарил. И к приезду братьев уже рыбы было много.
И чашками прям выставляли эту рыбу. Сначала всем нравилось, а потом под конец уже, последний день, когда все разъехались, Георгию уже с Димой подают, да и я тоже. И такой на выбор, вот селедка, вот это, караси там, пирог какой-то. Они уже, ничего не будем. И уже перед отъездом мы вообще не хотим есть. Все, все, не будем. В общем, учитель накормил по полной программе учеников. Это неправильно, оказывается. Нужно было, чтобы ученики кормили. Ну, смотрите, это нам на будущее, не забывайте. Ну и так и есть же всегда, знаете, как я Дим потеряю, кучу хлеба с собой взяли. И говорит, Игнатий Ильич, приезжайте, все, я вас жду. И он уже все приготовит, и картошки у него там закрома, и морковки. И, ну, в общем, поесть есть все. Это вот так принято, принял он всех. Игорь, можно я скажу, это точно так же, как когда Господь подошел, говорит, ну, поймали, нет, всю ночь ловили, Петр говорит, нет, он говорит, ну, закиньте. По правую сторону полил. Да, и когда Игнатий Ильич молится, он вот именно так молится. Потом ездили еще два раза, и последний раз... Меньше пол ведра взяли. Ну, там было там еще сколько? Ну, ведро полтора взяли, карасиков еще выпустили, там пол ведра. Посчитали их, 300 карасей было. Ну, они мелкие уже, больших не было. Но Игнатий Ильич говорит, ну, все, закончились, видать, здесь все вычерпали. И вот, пожалуйста, опять помолились. Через сколько? Несколько дней буквально. И вот, что они опять выловили. Я представляю, там они бедные как работали. Там сейчас их мало еще. Их надо чистить, вот этими ведрами чистят, чистят, сидят. Ну, получается, потом такие хрустящие и вкусные. Мне отсыпали горсть такую. Я с собой привез для... Так, чипсы. Как чипсы, да. Чипсы? Ну, вот в том году это приносили, пробовали. Я что-то забыл взять их. Надо было взять-то. Что-то не подумал про это. Простите меня. Ну, давайте о болящих поговорим. И да, приступим дальше. Нет, а может быть это послушаем? Вот сейчас у болящих, а потом дальше. Ага. Ну, о ком помолиться, чтобы знали-то? Ну, сказали же уже. Мария Яковлевна в больницу ложится. Мария Яковлевна. Семен Сиськов. Вот сейчас Семен, батюшка поехал. Да. Мама моя Валентина, у нее вторую опухоль нашли. Молимся каждый день. Вчера лежит, хвостом еле разговаривает, говорит, сегодня вообще, говорит, на 20 какое-то, 4-е что ли число только и к врачу. Вот сейчас была у врача, причем анализы хорошие, все говорят. Нет. Анализы хорошие, вот такие, ягодичные мышцы, да, около позвоночника вот растут эти опухоли, понимаете, прямо на мышце на самой. И они набухают, и, видать, через мышцу как-то замыкают этот позвоночник, и у ней постоянные боли. Ну, ничего, поясницы нет. Постоянно. Нет. Нету ничего. У ней даже не помогают эти снотворные, эти наркотики ей дают уже. Ну, легкие такие ставят, она говорит, на час, на полтора, говорит, и все. То есть вот такие боли. Я говорю, мам, ну что ты будешь делать? Я говорю, так я прям расстраиваюсь. У меня у самого-то эти постоянно поясница и нога тоже главное, как Господь делает. И за тебя молимся, и за нее. Единственное, что у меня еще как-то в паху там болит. Ну, у женщин как в паху болит, не знаю, но если у мужчины, немножко я знаю, это очень больно. Ну, вот так вот. По-моему, она такая, как у нас еще Валерий там в Америке болеет. И вот, мама, вот я, да, Валера, и Валентина, и Игорь. Ну, митрополит Илларионов, молимся давно. Ну, Игнатий Тихонович, он бодрый такой. Они работали, вот Нестор, повернись сюда. Что ты там рассказываешь? Что ты рассказываешь? Ну, Валерий, а что на сестру смотришь? Пока нравится тебе сестра твоя? Не знаю. Должна как? Нет, ну, не нравится. Ну, лучше не было. Ну, я не на нее смотрел. Наташа звонила. Смотри сюда. Наташа звонила вчера. И что говорит? Сказала, что как было, так и есть. Так нет, лучше нет. Уже нету. Пока что на уровне. Ну, живет еще, слава Богу. Ей-то главное сейчас моральная поддержка, чтобы он она жив знает, был. Что мы молимся, она говорит, а там два или три, у них там два прихода. Или три прихода молятся тоже. А я говорю, а мы все здесь молимся, да, и не раз, а по несколько раз в день. Она говорит, ну вот все равно он более-менее работает, она ездит. Работает. С ребятишками? Он водил машину, а сейчас, вы простите, что я немножко стала говорить, и теперь она водит машину.
у нее есть права, но она не сдала права отсюда, российские. Она водит машину, когда он был сильным, кровотечение было, он не водил. А сейчас она, говорит, опять стала сама. Приезжает и Валера туда, и детишки, и она. Дети спят, и Валера спит на раскладушке, а Наташа ночью работает. 4 дня. Было 3, а сейчас его вместе работал хирург. Пришел и сказал, я отдаю еще вам 1 день, чтобы побольше денег получать. Да. Она кем работает? То есть везде милосердные где люди Валера есть. Не только работала, она в там России. Работает в ночь. Ну, понятно. Она не говорит, сказала, что на Валериной работе работа в ночь. Давайте. Принимает больных и направляет на лечение. Слава Богу. Давайте сейчас мы... Вот у нас новообращенная сестра, она издалека и скоро уезжает. Давайте, у нас обычно дают слово вообще всем, а вот ты уже наша, как говорится, сестра во Христе. Да. Как бы ты даже в нашей общине, потому что там-то, ну, общины да. есть, нету, не знаю, приходы. Поймут тебя, нет? О себе расскажи. Расскажи, как да, о себе, о семье, как о вере. Ну, как сможешь. Как решила покрестить. Как решила. Да. Вот, да. Можно, чтобы ты вот так поднялась сюда, встала в полоборота, чтобы тебя сняли. Немножко снять? Себя потому можно. Что можно и сидеть, просто и вот, людям будет интересно. Вот ты вот да. это так, чтобы видно тебя было. Так снимаешь. Господь устроил, что я прожила жизнь безбожно. И в 50 лет Христос меня нашел, я уверовала. Со мной через какое-то время уверовал муж. Мы сейчас молимся с ним. Да, мы повенчались. Регистрированы были давно, но сейчас уже повенчались. Мы венчаны. А дети, поскольку я пришла к вере так поздно, они неверующие. У нас часто это. Да, поэтому мы взрослые молимся. Взрослые, да, у меня внучки есть. Уже. Угу. Вот. Узнала я вот на сайте у Игнатия Тихоновича вот эту всю историю, что крещение-то оно не окунанием головы в чан, погружение. А значит, должно быть погружение трехкратное. И я решила, что нужно как-то узнавать или поехать сюда. И невозможно было, вот я в прошлом году хотела приехать, не было возможности у меня. А потом я пошла там у нас к архимандриту. РПЦЗ? Нет, местная, Ливанский, наверное. Антиохийская церковь. Антиохийская, да. Я пошла к нему, пришла, и сначала я его спросила. Говорю, а вы как крестите? Он так удивился, говорит, как вот так, вот так. Пришла ко мне одна девочка, 25 лет. А вот он объясняет. Там всех детей, они вот родились, и их крестят. То есть там погружают они младенцев в воду. Поэтому у них в церкви чан вот этот огромный. А вот, а во взрослом состоянии, я уж не знаю там кто у них, потому что они все уже крещенные. У них православное государство, да. короче говоря. Ну нет, государство. Не государство, а... Там, ну, там во взрослом состоянии никто не крестится, поэтому он удивился, смотрит на меня. Он говорит, приходила ко мне одна девочка, 25 лет, тоже из России. Я ее 3 раза из ведра облил сверху. Обливание. Ну, вот так ее облил. А он говорит, а ты почему спрашиваешь? Я говорю, ну вот потому что я не умерла во Христе, и грехи мои не омыты. Во крещение должна была 3 раза погрузиться в голову. Он удивился, сначала улыбался, потом перестал улыбаться. То есть вот тут серьезный такой разговор. Я говорю, вы бы не хотели, не могли бы меня так погрузить. У нас там море, вот так поехать, 10 минут и море. Или реки. Теплое причем. Да, или реки, то есть воды полно. А он говорит, нет, ну ты знаешь, что это все-таки будет являться крещением. Я говорю, нет. Я настояла настойчиво, я говорю, нет, это не является крещением. Он уже начал мне рассказывать ту историю, которую я уже знала от Игнатия Тихоновича с песком, там, с тюрьмой и так далее. Я говорю, нет, батюшка, нет. Я говорю, потом они должны все равно это самое погрузить воду. Вот.
он уже не знал, куда деваться. Не знал, куда деваться. И говорит, а вы знаете, что... Ты знаешь, говорит, что вы как бы... Мы-то антиохийская церковь, а вы-то русская православная. Поэтому ты пойди к вашим батюшкам. А я ему говорю, ну я уверена, почему к вам пришла, потому что они не будут этого делать. А я пришла к вам, потому что вы знаете, он очень хорошо знает Слово Божие, очень хорошо. Он постоянно, у него цитаты, он задает вопросы нам, он, ну, очень хороший. Вот. А я говорю, ну хорошо, я говорю, я не могу к нашим пойти, потому что знаю ответ. Потом говорю, я знаю одно место в России, где я могу поехать, говорю, но нет возможности у меня сейчас поехать. А у нас как раз вот в прошлом году тоже обстановка накалилась, mm-hmm. там на Ближнем Востоке. И каждый день я могла бы вообще покинуть этот мир. Вот. И я ему объяснила, что мне нужно ехать вот 4 часа туда, потом 4 часа еще лететь там. Понимаете, что такая обстановка, я могу умереть в любое время. Он говорит, опустил голову и говорит, ну, сходите к нашему митрополиту. Этого митрополита как бы я тоже знаю. И я сделала вывод из этого его вот ответа, что никто не будет ничего делать, не будет, потому что они взрослых не крестят, у них этого нет, и они даже вообще это не понимают. Каноны-то есть у них такие же точно, как и у нас. Вот. И, в общем, одним словом, уже тогда я приняла окончательное решение, что мне нужно в Потеряевку. Потом, помимо этого, конечно, я хотела встретиться с Игнатием Тихоновичем, поскольку я уже смотрю давно, и когда я узнала, что он из Барнаула, первые ролики я видела у вас здесь в храме, подходили все к иконе, думаю, да что это такая за церковь-то какая-то? Узнаю в Барнауле, а я до 8 класса жила здесь. В Алтайском крае. Невероятно. Поэтому. А где в Алтайском крае? В Усть-Пристани. Куда вы? Я узнаю, что он из Барнаула, такой человек. Ну и все, конечно, как все вот рассказывают, что я ходила, бродила по этому интернету, искала всех батюшек, искала истину, потому что катехизации у меня не было. Крестили в митрополии вашего вот этого. Кто у вас там был до этого? До Сергия-то? Максим? Не Максим. В Липецкой, в Елецке. Да, да, да. Да, да. Он сейчас там. В Липецкой области. Ливан. Вот. Ливан. Где Израиль находится? В общем, она там живет. Около Израиля находится, Ливан, страна да. такая. Ну и вот так вот искала, и тут раз, и вот, и все. Человек может подтвердить, что есть город Иерусалим на самом деле? Есть. Вот видите, подтверждается. Все опали, батюшки, все. Сейчас мы вот, когда приехали на крещение, это мы все уже давно друг друга знаем. Потому что мы на занятии с Сергеем... Все подходят уже. Да, и мы договорились, и все вместе решили приехать, потому что тоже у всех вот такие вот такая история. Вот, и мы как братья и сестры. И, конечно, с вами уже давно, поскольку мы уже смотрим, просматриваем ролики. Интересно было. А сейчас вживую увиделись. А сейчас вживую, да. Правда? Я решила, я не уеду домой, пока я к вам не приду на службу. Вот, и Господь так устроил. Слава Богу. Молодежь вся разъехалась, с детьми все уехали. Да. Пустой да. почти храм. Да не в этом не дело. Не побоялась, что далеко. А нет, муж, а потом как? Здесь муж? Потом здесь у меня одноклассники, я же здесь училась-то. Угу. Вот одноклассники, хочется повстречаться, знакомые, родственники. Когда теперь будет это еще, да? Ну, я тут не знаю. Главное, я сделала. Я приняла истинное крещение, и теперь я могу туда поехать. И... А муж у тебя крещение, это как? Да. Правильно крещенный, да? Да. Да. Скажу вам честно, нет, я-то знаю. Да, нет. Нет, да? Нет, нет. И он тоже во взрослом возрасте он пришел да, да. к вере. Ну, потому что если я загорелась, то все там. Когда меня покрестил, вот это погрузил меня, этот батюшка-то, не погрузила голову-то мне окунул. Голову. А, там это все там было? Так нет, вот в этот дед Максим ваш, этот, Митрополии, да. А, понятно. И он мне говорит, вот у тебя имя-то Елена. Ты говоришь, знаешь, что значит? Я не знаю, что значит. Он мне говорит, вот что-то факел и что-то огонь. Вот говорит, иди и свети.
Я тогда думаю, что-то я буду светить, кому что светить надо. А что светить? Спустя... Да, а что светить? Катехизации-то да. Нету просто. А не было катехизации. Знаний нету. Не было. И я тоже, я почему в интернете-то искала? Я постоянно читала все, узнавала от всех. Тоже наткнулась на отца Геннадия Фаста. А у него как раз есть лекции о катехизации. И я все вот так записывала, подписывала. То есть у меня вообще дома две тетради, я постоянно занималась. Ну а потом, конечно, вот что нужно читать Слово Божие, Новый Завет-то я читала, а оказывается еще Библия, так она не только из Нового Завета. Ну, в общем, одним словом, открылось для меня вот это все, ну и все. Мы читаем с мужем, вот, на двух языках. Он по-русски говорит? Ну, конечно, мы учились вместе. Да я откуда туда забралась? Мне это надо было. Да. Он там... да, мы закончили институт с ним в Москве вместе. И по случаю вот так, так случилось. Муж не хотел вообще ехать из России. Ну, хороший, да, он, судя по всему, не препятствует ничего, да? Муж у меня очень хороший, потому что я за мужем. Да. Не, ну чувствуется, что все сестры да. Как-то подобрались. Мы с ним вместе, но вот только дети остались. Очень, да. Остались вот так, но я считаю, что Господь видит, знает. Потому что я сама прожила. У нас вот сколько сестер здесь, очень много. Ну, наверное, человек 40, это точно больше. И у всех есть внуки, и по нескольку. И ни одного внука тут не увидите вы. Так что не волнуйтесь. Да. И ни одного сына не увидите, ни одной дочери тут вы не увидите практически. Молиться надо, я считаю. Кроме тети Аллы, потому что они в баптизме были. И да. Пришли вместе с матерью. А остальные никого почти нету. Те, только, то есть Потеряевки, радуются сейчас жизни. Да. Многие, потому что здесь у нас Лиза здесь. Ну и сестра, ее, да и братья там, что говорить. А так вот наши сестры, которые пришли, вот как вы, в 50 лет, никто не привел никого. Ну, у кого-то близко было, у кого-то никогда ничего. У меня родственники вообще нет. Никто не верующий. Так что не переживайте. Это избрание. Это Господь, вот я просто сейчас уже, спустя время, считаю, что это, ну, избрание, не избрание, не знаю. Избрание. Но он меня просто взял. Избрал. И вытащил. Вот избрал. Я даже вообще не поняла, что, как, чего. Я сразу приняла все. Я, конечно, вся такая это, ходила, естественно, без платка, я всегда стригла волос. Потом все, платок вот уже у Игната Тихоновича, конечно, я. Потом я стала ходить там в церковь, я одна хожу везде. Okay. Там они пришли, одели, там сняли, а я всегда, везде. Ну, они так, как сказать, завидуют, не завидуют. И все, там начали спрашивать. Потом на работе, вот мы когда-то говорили здесь, что на работе нужно тоже... проповедовать. И я тоже хожу, вот работала в поликлинике, и приходят христиане и мусульмане. И они смотрят на меня и никак не понимают, что такое. Кто такая? Во-первых, она русская, так? Так, а что это она в платке? И такая вот, красивая, одета, так? Красавица. Да. Значит, эти, как бы они думают, наверное, это наша. Христиане не понимают. Мусульмане сразу. Сразу. Но они сразу присматриваются. Присматриваются и с уважением. С уважением и прислушиваются. И они меня слушают, открыв рот. И я вот начинаю им говорить и о Христе, и вообще даже уже потом начали просить. Вы, ты, говорит, помолись, говорит. Там. Я такая, думаю, ну я-то кто вообще, как я? Помолись там о нас. И христиане тоже с уважением. Вот еще я тоже рассказывала тогда вам, что помимо вот занятий с Сергеем, я хожу на занятия у нас по изучению Священного Писания в местную церковь. То есть мы проходим занятия на арабском языке. Ты знаешь арабский? Да. И я когда узнала, я к ним пришла, они говорят, а ты-то как-то будешь это? Я говорю, ничего, даже если что-то не знаю, спрошу у мужа или буду у вас спрашивать, вы мне хоть там на пальцах объясняйте. И они очень тоже хорошо знают Писание. И вот у нас с женщинами такая организация при церкви. Вот. И я тоже там занимаюсь. Молодец. В трех местах? В трех. Ну вот поставить сейчас Никита там еще. Это, ну, с Никитой я нет, я не могу. С Виктором. С Виктором, да, с Виктором Сергеем. И вот там у нас раз в неделю обязательно я хожу. И что, Виктор, как, нравится тебе занятие? Да, нет, Виктор хорошо. Нет, ну, там, конечно, там, да. Нет. Виктор очень. Опыт огромный. Да, очень. Ну, он вот такой... Так. Так уверенно, спокойно, так, да, уверенно, на любой вопрос ответить.
Виктор Савченко, да. Ну и Игорь вот с комментариями, конечно, он тоже очень хорошо все знает. И его комментарии вообще Игорь, конечно. Ну про Игоря что там говорить? Каждой дырки затычки. Ну почему? Нет, я тоже, когда Игоря увидела, думаю, надо же, вот как-то мы это похожи с ним, потому что если я где-то вот, я вот знакомые там у меня, вот с которыми мы там собирались, там всякие шопинги, не шопинги, всякое там это, они тык-тык-тык, все поотпадали куда-то, говорит, с Леной что-то произошло, мы не можем так. Она что-то одеваться стала, она делает нам замечания, почему вы там прикройте это, закройте это, оденьте это, ты кто такая? Да. Вот. И я тоже вот собирались, мы собираемся, например, и я начинаю тоже там это. Вообще, я вот так, как Игорь, так громко начинаем говорить, муж меня сидит. Лен, говорит, ну как-то успокаивает. Да, ну они, говорят, еще, говорит, где-то там, говорит, почему требуешь от них куда-то залететь. Я говорю, а я не знаю, почему они такие. Пророк требует, потому что 31-я, 33-я глава Иезекииля. Да. Если видишь брата согрешающим, и ты не указал ему на это, то ты сам поплатишься за это. Так вот это вот я ему уже сказала. Я говорю, ты меня не останавливай. Муж сказал, не останавливай. Он меня, они же обидятся. А муж араб, он поймет. Нет, нет, он понимает. Но просто люди так смотрят, и, может быть, ему говорят, а что случилось с ней? Она или заболела, или что? Да. Стали родственники спрашивать. Но видят, что я изменилась полностью. Вот что как раз вот рождение-то свыше. Ну, внутреннее изменение человека. Изменение такое, что, во-первых, они меня никто не узнает, а я себя не узнаю. Если я кому-то не прощала, если я не жалела никого, обиды были. А сейчас я вдруг, как это что такое, это откуда? Это невозможно, я не могу сама это сделать, как-то сыграть или как-то там. Не могу, это изнутри меня вот это все. Лукавить не можешь? Не могу. И жалею людей, которые вот где-то ходят, там вот на родственников смотрю. Я говорю, ну как так-то, ну вы это там. Ну, в общем, они от меня так потихоньку как-то так. Ну, Христос сказал, 10 глава, 32-36 стихи, сказал, не мир принес я, но меч, это надо помнить. Да. И разделю, и начинает говорить, кого разделить, сына с отцом, дочь с матерью, свекровку со свекровью, там, эту сноху, и все там перечисления идет полностью. Да, то есть всех пересорил он. На самом деле не он пересорил, конечно, сатана пересорил, а Господь сатана, правит. Конечно. Правит, он правит Господь. А сатана уже в нас вложил всю вот эту черноту, а Господь теперь начал нас очищать. А неохота очищаться, а это меняться надо. Сразу ненависть у людей так вот. Если что, поэтому это избрание. Сразу вот куда ни кинь. Если Господь дал вот такое перерождение, это только Господь вот так вот провел, как ангелы летают, и потом пришел, говорит, соедини сатана. И Господь спрашивает, ну как ты? Да я все прошел, всех прошел. А молчит об Иове, а знает, что Господь его любит, и что только что он с ними, с ангелами говорил об Иове. И он говорит, а как тебе мой сын Иов, чадо мое, богобоязнен, преисполнил всякой добродетели, начал крутиться. Ну да, видел я его там. Ну то есть вот он уже всех он уже перепортил. Об этих, да, видел там всех. А об Иове боится сказать, почему. Он видит, что это подвигоположник, добродетель. Так же и здесь тоже Господь избрал. Увидел тебя, и уже ангелы там беседуют. Как Лена моя, это чадо мое. Все на крещение идет. Так сопроводить самолет, чтобы охраняли со всех сторон. Да, ну как он ангелы сейчас охраняли? Конечно. И все, ее донесли. И вот они приехали все, ребенушки, обнялись как родные. Она была и Наталья, и разные были, и Лена, все изменились после крещения. Да, да. Ну, это всегда, все говорят об этом. Лица сразу светлые такие становятся. Она не то, что они были такая. Черные у них, нет. Ну, какие-то духотворенные. Светились прямо как-то. Ну, как-то глаза. Да, другие. Какие-то такие красиво духовные такие прям. И Игнатий Тихонович там и хвост, и в гриву, смотрю, нет, не понимаю. Они все. Они, да, все побеждают смирением, все понимают. Это вообще первый раз я вижу вот такое, вот только вот эти наши, которые трое тут приехали. У нас там только один, Виталий Каменников, все что-то это, и то притих.
А когда Дима подарил ему трехтомник, так у него слезы вот как брызнут вот так вот. Ага, я удивилась. Вообще, я до такой степени, то есть человек желал иметь, а нету средств. Денег то есть все-таки тратит все. У него слезы брызнули, он прям обнялся так, прячется еще. Ну. Вот скажите, вот Лена одна ушла, да, у нас, молоденькая. Ну. А я думаю, ну какая и Лена появилась. Да. И еще Лена. Вот. Еще вместо одной пришли две. Как Господь нам дает показать, чтобы мы это увидели так? И все вот это говорят там, не снимайте нас, там не снимайте, а все вот через интернет приходят, люди смотрят и подкупает людей именно непосредственность, простота во Христе, что люди просто верующие собрались, а другие там начинают, там такие умные, которые у них там. Они не любят своих подписчиков, начинают подписчики. У нас не подписчики, во-первых, у нас потенциальные братья и сестры. И братья и сестры смотрят. То есть те, которые могут стать, и оглашенные, и те, которые желают уверовать, которые Господь нашел, или которые все время искали где-то. Ну, это Господь нашел, это однозначно. И они приходят, смотрят и на эту нашу жизнь. И никто не говорит, что вы лицемерите, там специально снимаетесь, чтобы... Мы же не специально сюда пришли, чтобы для съемок, правильно? Ну, мне больше всего удивило, когда они подходят. Ой, видно, я думаю, кто такая? Ой, там сразу мне все по имени называют. Да. Потому что там Виктор Андреевич тоже все сразу узнали. Да. И говорит, Виктор Андреевич, вы нам скажите слово. И он давай говорит. Да. И долго его так слушали внимательно. Он же завел за ним. А потом главное... Виталий так. Калиников вопросы задавал. Это, и уже слушали. Уже я смотрю, а завтра-то знаю, я надо вставать в 4:40. Я уже, Володя, как на право хозяина, это ж дом его, говорю, Володя, наверное, уже спать пора. Володя такой, Виктор Андреевич, наверное, спать пора. А Виктор Андреевич становится уже нет. Ну, Виктор Андреевич отвечает на вопросы, он должен ответить о вере своей, как Господь требует от нас, если кто-то требует. А Виталий Калиников, он как бы там-то был, он с Сергеем там знаком был, к нам один раз туда приехал, по вопросу о войне мы не сошлись, прям сильно он не захотел. Вот воевать ему надо, вот почему-то. Ну, у мужчин многое. А вот крестился у нас, семья крестилась, Семеновы. Сергей, отец, и ему, как мне, лет, на год помладше. Да. И Вячеслав, 29 лет. И жена его, 26 лет. Ну, вообще, молодые, можно сказать. Так скажи, кто этот, такой? И этот Вячеслав, он в спецподразделениях в Сирии участвовал, в боевых действиях. Но, говорит, не убил никого. Ну, не убил, видать, у него что-то он связист или кто не знает. Да. Ну, не стали мы там допрашивать его. И главное, что он уже там не служит. Вот, воинственный человек, казалось бы, и все. О войне поговори с ним, Калиников рядом едут. Ну, уже все, о войне ничего нету. Теперь о женщинах надо. Я говорю, так, ты вот приехал, Игнатий Тихонович, во все нам не застряете о женщинах своими вопросами эфира. Ну, ты сколько уже можно? Я говорю, ты, во-первых, ненавидишь свою жену, бывшую. Она тебе родила ребенка. Ты ее хотя бы уважать за это должен. И не обижаться. А ты обижаешься. Вот она такая сякая, поэтому и то не надо. Я ей алименты платить не буду. Ну, здорово живешь. Почему ей-то, когда там ребенок? А она-то себе будет на эти деньги брать. А сколько она уже потратила на ребенка без тебя? Ну, ты немножко-то считай. И вообще, так христианин не должен поступать. Ты должен встать, а все ей отдать, что есть, и идти дальше. А дальше как там Бог положит? Будешь платить, иди работай, зарабатывай. А то теперь все женщины уже плохие, уже его это она, значит, предала. Теперь дальше пошло, там и теща виноватая, там и пошло, и поехало уже. И Игнатий Тихонович, главное, с этими засорениями. Игнатий Тихонович, ну, отвечает на вопросы. Он. Но вопрос же задал. Он-то не понимает, что Игнатий Тихонович на него смотрит, как на мотылька какого-то еще безмозглого. Ну, сейчас мотылек полетает, и глядишь, на солнышко-то прилетит, а вот куда вылетать надо, слава тебе, Господи. Он его пытается все вразумить, там, а этот опять давит свой, опять какой-то турк этого, как его там, его друг-то там, тоже про женщин все. Сутармин. Тот вообще целый концепция о женщинах выдумал уже, как они должны себя вести, и все. Тоже его там бросила какая-то женщина. Ну, бросила тебя женщина. Значит, ну все, или она плохая такая, если ты хороший, духовный такой, ну все, ну нельзя же на нее обижаться, ты же духовный, простил и живи дальше. Вот как Сергей у нас, он живет, ничего, не,
не женился. Вот трудится, сейчас опять уехал трудиться. Вот рыбу сколько поймали, молитвами, может быть, его. Вот на брата надо смотреть, и пример брать. Ему тяжело очень. Часто мы с ним беседуем на эти темы, ну, отдельно. Он всех простил, никого не, на кого не обижается, все понимает, кто виноват. Он в первую очередь, ты сам виноват. Потом дальше сатана уже, который... И потом мир этот, в который ты погряз весь, правильно? Как еще надо? Ну, вот только один такой, остальные все... А москвич какой приехал, мне так понравился. Он, так... Он мне напомнил, напомнил людей, которые крестились вместе с нами в 90-е годы, в начале. Такой какой-то основательный, он такой уверенный в себе сразу. Все. А Андрей с Валерией, которые тут у нас дебаты происходили, ну, у них один вопрос был почему-то. Вот община, зачем нужна община? То есть, понимаете, как люди, они такие доверчивые, и они попали сразу под бомбежку священник. И, видать, им какой-то священнослужитель попался, очень активный в этом деле. Как я, когда сюда прилетел в 96-м году, мне попался... это Владимир Суртаев, священник, который был в Потеряевке, благословлялся у батюшки там, пойти в монастырь, в семинарию у нашего, а сам занимался кузницей. Кузнечные дела делает просто великолепно. В очках такой, высокого роста, голос у него такой бас, как начнет прямо поет. Потом, когда священником стал, он так поет, я был у него на службах, он в этом, в Кытманово был. И я приехал в Тогул, и работал там в тайге. А он в Тогуле был священником. В Тогуле и в Кытманово. Там священника посадили, местного тогульского, за разврат малолетних. Не знаю, было, не было, но за это посадили. 2,5 года дали. А он замещал его. И он мне говорит сразу. Я говорю, вот, я познакомился там вот. Община есть православная. Там Игнатий Тихонович, Лапкин такой. Он, о, это, нет, это ты что, туда нельзя. Я говорю, почему? Они эти, я говорю, что они не православные? Да они не то, что не православные, они какие-то вот это, околоцерковные, не такие. Они вот Божью Матерь не признают, там у них какой-то иконы нет, той там нету. Я, да вы что, да. А ты знаешь что, ты такой православный, а я там хожу, молюсь же, все там, кланяюсь там, все. Это, он говорит, ты такой, говорит, вот прям, ну поговорили с ним, а я Библию знаю отлично, ну все это церковное, там то, что там, как, куда, через какую свечку подавать, это, конечно... Каноны не знал я тогда. И он, мне говорит, ты должен быть священником. Я говорю, да, да. Когда ты приезжаешь? Я говорю, в марте приеду сюда. И я из тайги в март приезжаю, там уже тает, все начало, дозера проваливаются. Приезжаю в марте, а мы договорились, я приезжаю к тете Али иду, Петеримовой, нашей, она бывшая баптистка, завсегдатайка, да, Игнат Тихонович, она ученица первая из баптистов. Вместе с детьми, со многими, с четырьмя. И я с ней договорился, как приеду, сразу к ней. И одновременно, в общем, договариваемся по телефону с ней на 4 часа. И он звонит, говорит, к епископу в 4 часа, к Антонию. Я говорю, хорошо. И я звоню ему, говорю, ну что, идти? Он говорит, нет, епископа нету. То есть, придержим. И я иду к тете Али, а тетя Али говорит, у нас служба в субботу. Побежали, а на Первомайском как раз, еще кинотеатр был Первомайский, и вот там молились-то, в девятиэтажке, в квартире. И она показала все, и главное, заходят парами люди, оттуда, оттуда, и наполняется полная трехкомнатная квартира. А столько молодежи было, я посмотрел, ой, это, говорю, что, это община, говорит, наша собирается городская, еще в деревне там есть. Я говорю, ничего себе. И батюшка такой худенький стоит, молится. И когда начали петь, это на следующий день, это, ну не в этот раз, а когда Иже Херувимы начали петь, это в воскресенье. Я говорю, а как это, сходить на исповедь? Сейчас, говорит, исповедь будет. Я говорю, можно батюшке на исповедь? Он, я же православный. Да, конечно, иди. Я пошел, говорю, батюшка, там, я грешен, многогрешен. А что ты многогрешен? Я говорю, не могу вот. Свое чадо воспитывать во Христе, потому что вот развелся, а теперь там жена меня не любит, а я вот здесь, в другом городе. Он такой, ага, ну а ты женатый сейчас? Да, конечно, женатый. А венчанный? Нет. Ага. А ребенка, значит, не можешь воспитывать, и не венчанный живешь. Это, говорит, блуд называется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все, у меня вскрылось сразу. Ой, сам себя там... Сердечко, какой хороший, не могу воспитывать во Христе. Да вы что, блуд, да, вот так вот.
Как я... Да, и казалось бы, должно как подействовать, а подействовало по-другому. И на следующий, и Люда Петеримова ведет так лир, и они запели же херувимы. И вот, не по, я не знаю, было, поверите, нет, бывает такое, знаете, когда в бассейне ныряешь долго, потом на свет раз, и свет становится, то ли глаза кровью наливаются, то ли что, красный. И свет так красный, да, становится. И у меня вот тут посредине, вот как только запели, у меня все стало розовым цветом. Я прямо оглядываюсь, и такое благоухание идет откуда-то. Ну, может, там батюшка, не знаю, ладно. И я стою, не могу понять, туда повернусь, все розовое. И такое песнопение, вот, и я его, не знаю, я его пел год, наверное, целый. У меня все, оно внутри, вот это вот все время, вот пелось и пелось, звучало, и пелось, и пелось. Звучало все время, да. Думаю, необыкновенное все. Я так всех полюбил. Игнатий Тихонович стоит, а сестры подходят. А мне такие все красивые. Я стою, у меня такие глаза. Я что, только приехал еще. Он стоит у меня, тырц. Я посмотрю на это, думаю, в чем дело? А я вот так на всех прям смотрю. Прям. Он опять мне раз, потом начал там что-то о блуде, там что-то рассказывать мне. Я понять не могу, о чем. Потом только до меня дошло, о чем он говорит. Что, ну я такой, он думает, ну мужик приехал такой здоровый, наверное. Там, ты не такой здоровый, ты был тогда в два раза ну, меньше. Да, поменьше, но это большой, короче говоря. И это, ход на всех смотрит вот так. А у меня просто вот открылось это и все. Я уже в общине был просто... И потом, когда там что-то Суртаев начал, там опять что-то позвонил, я говорю, ой, нет, нет. Я там с ним начал беседу, и он, да нет, ты не прав, там все. Я ему еще подготовка к зарубежной церкви, начал все рассказывать. Все иконы я увидел, я ему говорю, какие иконы? И в конечном итоге этот священник через два года попадает в тюрьму, да-да. Потому что он начал заниматься, там другого священника поставили в Тогул, а он в Крипаново был. Он начал заниматься мясом. Его же все знают, прихожане, это легко. Он же предприниматель, ему что-то надо предпринимать. И ему бабушки, дедушки, там, которые приходят-то, бабушки в основном, не дедушки, а деда-то, бабушка верит, отдают прям свиней, телят, вот прям вот все забивают, и ему отдают мясо. Он набивает полную машину, едет в Барнаул, продает. И по той сходной цене, по которой он с ними договорился, им отдают деньги сразу же. А они радостные. Еще и батюшка, там благословение, там, ляжку эту баранью или там свиную жопку поцелует, с какой радостью. Благословленное же все. А он туда-сюда едет, и он прям поднялся сразу. Представьте, а там-то продают он в городе. Раза в два цена-то побольше. Да он же еще и священник. Да еще поцелованное, благословленное. И все. И дом, ему дом покупают прихожане. Часть дома он оплатил, небольшую, а часть прихожане прямо около храма. И дом такой красивый, речкой обшитый, в центре. И надо же, Господь так делает посрамление всем нам за стяжание, за любостяжание, что этот, на этот дом глаз положил управляющий милиции, главный. Надо же так, да? И опа, он начинает справки собирать. Ага, на ком дом? На попадье. Почему не на попе? А он уже все предусмотрел, меня не заберут, все, жене там, детям у него двое детей, все хорошо, молодец. И он в очередной раз возвращается на машине, его там тормозят перед Кипманово, и сразу в кутузку. И дело ему, хопана, присвоение дома, люди, значит, собрали там, все, а ты себе присвоил, на жену переписал, и по полной программе его вот как замутили, и вот он на канатной. А в этот момент... На канатную ходит Игнатий Тихонович с братьями благовествовать. И он смотрит, и этот-то увидал Игнатия Тихоновича, он же его знает, он был в деревне. И он, Игнатий Тихонович, припал, Игнатий Тихонович, что такое? Отдельно его забирает, можно его забрать? Берите, его прямо из камеры выводят в отдельную комнату там, на каждом этаже есть. Это тюрьма, это не зона, там вообще ничего нельзя. И он сидит с ним, беседует отдельно. Мы, говорит, о духовном, мы вообще, говорит, это не возьмем. И он его уговорил отдать этот дом этому милиционеру обратно, короче, чтобы отдали, распродали, все там, деньги раздали этим людям. И жена остается нигде с детьми. И она до такой степени была неверующая, что она просто бросила веру во все всякую. И когда я с ней беседовал уже, она говорит, да не, мне это ничего не надо уже все.
Они жили недалеко здесь. К ним ездили, там продукты ему отвозили. И он к нам пришел в конце 98-го года. Я захожу, и он вот тут сидит в очках такой, смотрит. Худенький такой стал, худенький. А я жил еще тут у Игнатьевича на квартире рядом. И я говорю, отче. А он мне так увидел, разулыбался. Мы-то расстались, он прям раздрай был. А тут он такой разулыбался, все. Я говорю, ко мне зайдешь? Да, конечно, зайду. Зашел. И мы с ним как вот родные братья, до такой степени. И он говорит, ты понимаешь, я, говорит, сейчас, ну, в вашей общине как оглашенный, говорит, нахожусь. Я, говорит, все теперь понимаю. Он прочитал книги, там, материалы всякие там были, которые Игнатий ждал. Тогда таких книг не было, а материалы. На занятиях тут постоянно присутствовал. Человек полностью изменился, Господь его коснулся. Мы думали, что он будет у нас священником. Он отходил 4 года. И ушел, сейчас предпринимателем работает, на Калинина у него там это, кузня, делает всякие вот детям вот эти, ну, детские площадки, там все хорошие. Все, да, не стал больше священником. А 3 человека, которые его посадили, вот этот, договорились там с этим милицией, это Антоний, митрополит, ну, этот был епископ, потом Александр, его казначей, и этот сын, этот Дмитрий Капранов. Капранов. Он был в Заринской, в церкви, в храме. И все в короткое время, буквально за 3 месяца, всех Господь прибрал. Первый ушел, это Дмитрий. И он захлебнулся, говорит, блевотиной. Ну, где-то попили хорошо они. Да, ну, как потом выяснилось все это. Потом второго, вот этого Александра Казначея, убил собственный водитель епископа. Хотел узнать, где деньги они прячут, которые левые посеяли. Причем он его пытал страшной пыткой. Накаливал там, что-то накаливал спицы и прямо ему втыкал везде. А помните, может, он такой кучерявенький был и пел прекрасно. Да. И всегда, когда мимо наших сестер проходил, когда сестры стояли, он так вот, как волнорез, и зонтик у него такой в пиджачке выходил с алтаря. Такой весь. И такой кучерявенький, такой напомаженный, бородка такая стриженная. Кончил так вот. И потом умирает Масендич. Непонятно почему. Очень быстро скончался все это вот. Все они вот были причастны к посадке вот отца Владимира. А отец Владимир раскаялся, посидел 7 месяцев в тюрьме. И Господь его вывел, хотя должен был сидеть лет 5, наверное, там 6. Игнатий его. Да, Игнатий с ним беседовал неоднократно. Он там шахматы с ним играл, сало ел. Они его угощали. И брали-то на что? Ну, может, кому пригодится. Все сидят и едят, там сало, ну там посылка пришла и ему тоже, а он, я не буду, у меня пост. А, поп, вы там все такие, вы не с нами, не с народом там. И он на это повелся, и, короче, вместе со всеми там это все. И они его там просто Вовка звали. Вовка, иди сюда, Вовка там, Вовка Игнатьевич там. Это, где там отец, это, священник у вас, Аня? А, Вовка, Вовка, иди сюда. Он кубарем чуж со шконки уже раз. Игнатьевича. Ну, что превратился. Да, все. Да я, говорит, с ними там в шахматы играю. Там. Шахматы? Так нельзя в шахматы. Как нельзя? Да Златоуст же об этом пишет. Ну, в общем, научили много. Вот как бывает. Что нужно пройти? Какие Господь примеры дает? И кто бы только обращал на них внимание-то? Сколько у нас там осталось? А, ты подключил, да, уже? Так, ну у нас еще сказать есть что? Нет, там можно было бы. У нас вот Лена. Ну, Лену мы хорошо уже знаем. Да, Лена, ты как крестилась? Да. Расскажи нам. Я не умею вот свои чувства выражать словами. Просто скажи, хорошо. Какое у тебя состояние? Просто? Состояние, ну состояние это вот... Поблагодари Господа. Да, неописуемо. Мне все говорят, вот искушения будут там это... Я уже готовлюсь к искушению, но сейчас искушение. Да, может, и не сразу. Сейчас буду бороться с искушением. А у меня такая благодать, мне вот Бог как будто вот всю благодать на меня излил, которую вот он где-то приберет для меня. И вот я только хожу и благодарю, за все. Вот у меня просто вот какое-то вот глаза открылись, вообще состояние внутри такое. Радость. Происходят со мной те же события, какие-то те же люди, на которых я раньше там могла и... раздражение какое-то, еще что-то. А меня ничего не раздражает. Я их всех благодарю за все. Вот это вот все просто неописуемо. Да, и, конечно, оно пройдет, это все. И я готова к этому, ко всему, да.
Но сейчас я просто наслаждаюсь вот этой Божьей благодатью. Не обязательно искушения сразу будут, они всегда будут искушения. Просто Господь говорит через апостола Петра, что огненных искушений, братья, посылаемых нам Господом, не чуждайтесь, как нечто странного, чего-то такого. Это обыкновенное все для христиан. Огненное искушение. А искушения у нас тут постоянно бывают. И между собой бывают искушения, и в семье искушения, и где-то по улице будешь идти. Даже та же авария. А огненное искушение... Это уже посерьезнее, когда надо тебе уже решать, верующий ты или неверующий человек. Вот это как было в революцию, во время войны приходилось вот с такими органами сталкиваться. Сейчас мы пользуемся свободой. Господь нам почему-то дал эту свободу. Ну, потому что нас любит, будем так говорить. Вот потому и дал. В свое время наши предки прошли 72 года и 7 месяцев испытаний огненных. Сохранили веру как-то. Ну, Игнат Тихоныч нам Господь вот оставил, и других, вот батюшка, ну и других верующих людей, которыми, на которых можно равняться. Надо эти примеры просто брать, жития святых не забывать читать. Да, и когда было у нас церковный совет в субботу, то, ну, как бы, почему-то многие, да, вот именно остановились на том, что просто читают Евангелие. Ну, Новый Завет, но не, это очень редко кто бы сказал, что прочитал Ветхий Завет. Редко такое. Поэтому разговор идет о том, что Писание нужно знать в полноте. Я хотел тогда еще сказать, так и забыл. Потому что два крыла большого орла были даны жене, облеченной солнцем, которая должна была родить сына, и дракон хотел пожрать его, рядом уже стоял. И были даны, написано, два крыла большого орла. Она улетела в пустыню от дракона. И там утаилось. И это говорит толкование нам. Два крыла большого орла — это Новый и Ветхий Завет. То есть все Писание состоит из двух равно. Ну, вот самолет подбили одно крыло, он уже на одном крыле не улетит. Он будет кувыркаться. То же самое Писание. Если знаешь Новый Завет, там очень много из Ветхого Завета. А чтобы тебе не возвращаться постоянно, не листать, а где там, нужно просто его прочесть, Ветхий Завет, и все. И все, знаешь уже, ты Ветхий Завет готова. Ну, как бы так. Ну, мне Господь сразу послал всю Библию, а я привык читать с первой страницы. Я так и начал читать. И думаю, да где там про Иуду-то уже? Читаю, а потом забыл. Так все интересно, там войны всякие. Кому-то не нравятся войны. Я только войны, только в путь. И смотрю, Маковейская, там про Александра Македонского. Я про него много знаю. Читаю, а там столько интересного, много нового, чего я не знал. Там его начальники перечисляются, все потом дальше, как его царство делилось. Ну так интересно, вообще, исторически они называются, исторически, оказывается, потом я узнал. А я историю хорошо знаю. И потом я уже дошел, вот где про Иуду сказано. Пока дошел, я уже верующий был. Думаю, вот как. Значит, в «Мастере и Маргарите» Булгаков неправду написал, и только потом я понял, что это неправда запланирована им, чтобы люди на это внимание обратили. И потом я узнал, что есть клуб людей, уверовавших через «Мастера и Маргариту». Такой клуб есть. И там сотни людей, которые уверовали через «Мастера и Маргариту» в Бога. То есть, и вот, пожалуйста. Такую странность он там оставил, а многие не понимают. Тут Игнат Тимович говорит, безовщина какая-то написана. А когда читаешь это, ну, исторические вот эти выкладки об этом Булгакове, кто он такой, он не мог просто так понаписать галиматью. Он писал о состоянии веры в народе, в России. Вот в чем дело. Сатана послал огненное искушение. Да, и как-то нужно было оставить какую-то память, памятник. И вот такой памятник странный он оставил. Но этому надо учиться, потому что он же не знал, что веру выхолостят в нас. И никто не будет знать, а вообще об Иисусе Христе. Да? Я, когда читала Маргариту, «Мастер Маргариту», я не знала Иисуса Христа, ничего. Просто мне захотелось узнать про Него. Угу. Кто это такой? И вот с этого началось. Ну, так даже. А так вот что-то там правильно, неправильно, я даже... Не думали об этом. Нет, не думали. Да, ну вот... И как сразу же мне Бог послал занятия. Да, сестра? Тоже вот сейчас... Поверни. Тоже, как вы сейчас напомнили, что узнать, кто такой Иисус Христос. Я была вообще далека-далека и вообще не знала никого, ничего.
И тут вдруг, откуда ни возьмись, мы собираемся, компания у нас друзей. Нам всем весело. И я к хозяйке подхожу и говорю: скажи мне, кто такой Иисус Христос? Она на меня посмотрела, а глаза у нее расширились. Она говорит: ты что? Тебе зачем это надо вообще? Что у тебя за вопрос? А я думаю, зачем? Откуда мне это? Зачем? Я спрашиваю. Я говорю: так, отвечай мне, кто такой Иисус Христос? Она говорит: подожди. И уходит в соседнюю комнату. Я жду, когда мне скажут, кто такой Иисус Христос-то. Она возвращается и мне вот так дает Евангелие. Евангелие, да? Надо же. Я говорю: что это за книга? Она говорит: читай. Я говорю: хорошо. Открываю книгу от Матфея. И начинается... Родословие Иисуса Христа. Да, да. И начинается... Я говорю: это кто такие вообще? Я тебя спросила, кто такой Иисус Христос? Она говорит: это Бог. Я говорю: как Бог? Она говорит: вот так вот, читай, сиди. Я говорю: ну мы собрались здесь не читать, я тебя спросила просто. Так вот я как раз к тому, что вот сейчас уже, спустя время, я вспоминаю, Господь меня как-то вот так... Что-то такое давал, ну как? Я пришла в гости, у нас тема совсем другая. И вдруг такой вопрос. И они надо мной посмеялись, в общем, все забыли, и все. И проходит время, проходят годы. Потом еще у меня много было таких вот моментов, которые я вспомнила. Вот так, все-таки он меня как-то... 100% это ввел, конечно. Да. Такое ощущение, что я всегда знала, кто такой Иисус Христос. Вот это мастер Маргарита лет 12, наверное, первый раз прочитала. А потом еще перечитывала. Ну, раз 5 я за жизнь точно прочитала. Я думаю, и вот это Иешуа, да, Иешуа Ганус, я думаю, может быть, это вымысел такой художественный, что ему изменили имя там и все. А на потом, батюшку заправь. На еврейском. Да, на еврейском то оказывается. Так, батюшка, так, ну что? Все, давайте помолимся, да, на это, по трапезничаем на занятии. Достойно есть якого истину, моложите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и во веки веков. Аминь. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Благослови. А что благословлять? Да, я с ним, я, ну, благословите, вон там все стоит, сейчас приготовим. Нечего благословлять, если нет. Аминь. Сестры, еще минуточку послушайте. Глядите, вот тут Евангелие лежат от Иоанна. Можете взять разных Евангелий и давать людям. Они тоненькие такие, люди с удовольствием берут. Они не приемлют эти Евангелия. Такие, почему да, не приемлют? Ну, у первых изданий какое там сразу люди спрашивают, какое еще издание. Да нет, сильно сейчас нету этого. А нет, посмотрели. Да ну, нет, нет. Нет, да вы что, они красивенькие такие, они да, забирают спокойно. Он, мы же это не для такого большого распространения. А что, ну так не крутится за ручку? Залипло все. Это в чем дело? Нет, это все мое, я разберусь.